Всем привет! В этом обзоре я покажу австрийскую зажигалку Инка 4200 Safety. Купил эту зажигалку в Германии в июне 2018 года. Зажигалка весит 38 грамм. В конце ролика будет добавлено фото с ее весом. Находится зажигалка в очень хорошем состоянии. Корпус стальной с хромированным покрытием. С двух сторон на корпусе зажигалки нанесено гелиширование в виде рисунка, на котором изображены два пальмовых дерева. С этой стороны такой же аналогичный рисунок. Также с двух сторон имеются вот такие вот 6 прямоугольных прорезей, которые служат для лучшего притока воздуха к фитилю. Здесь вот и вот здесь также имеется гелиширование, выполнено оно в виде мелкой квадратной сетки. Внизу вот здесь вот на заправочной емкости имеется следующая надпись: Имка ПАД Австрия. Имка — это название фирмы. Под Австрией — австрийский патент. Здесь вот также имеется еще надпись Safety. Это название данной модели. И ниже еще ее цифровое обозначение 4200. Зажигалка эта автоматическая. Имеет она необычную конструкцию для зажигалки Инка. Конструкция сквиз, то есть сжатие. Чтобы ее зажечь, нужно нажать на вот эту кнопку. Ну, или просто сжать зажигалку. При этом поднимается крышка, закрывающая фитиль. Прокручивается колесо, высекающее искру. И фитиль загорается. Если кнопку отпустить, то крышка, закрывающая фитиль, опустится и зажигалка погаснет. Как у большинства зажигалок Инка, заправочная емкость здесь съемная. На заправочной емкости с двух сторон также нанесено гелиширование в виде мелкой ромбовидной сетки. Обычно заправочная емкость у зажигалок Инка состоит из двух частей, верхней и нижней. Здесь она глухая, то есть нижняя часть у нее завальцованная. И чтобы заправить эту зажигалку, нужно просто укрыть вот эту вот заглушку. То есть для того, чтобы заправить зажигалку, не обязательно вынимать эту емкость из основного тела. Через это отверстие пропитывается вата бензина. Заглушка здесь обычная. Места для хранения запасного кремния в ней нет. После заправки заглушку нужно закрутить на место. Это винт с пружиной, поджимающий кремень. Чтобы поменять кремень, нужно винт этот выкрутить. Сюда в кремниевую трубку вставляется новый кремень. И после этого винт нужно закрутить на место. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если было вам интересно, оставляйте комментарии. Всем удачи!
Зажигалки, моя страсть. Зажигалки, моя страсть. Зажигалки, моя страсть.